Зелене світло на дорозі. Акцію з такою назвою провели активісти та волонтери Дніпра. Дорослі та діти наголошують, звісно, водії та пішоходи мають бути завжди обачливі. Втім, самостійно поки що ці активісти намагаються привернути увагу, а у перспективі вимагають від міської ради розробити масштабну програму дорожньої культури для шкіл. На кадрах наслідки ДТП, в якій загинула місяць тому маленька дівчинка. Разом із татом та сестрою перебігала дорогу там, де переходу нема вже 5 років і потрапила під колеса. Таких випадків у місті, на жаль, десятки. Лише за останній місяць четверо неповнолітніх покалічилися подібним чином. Поліціянти кажуть, роботу з дітьми ведуть постійно, але в цьому мають брати активну участь і їх батьки. Ми працюємо в цьому напрямку і хочемо, щоб батьки, по-перше, батьки, своїм дітям розказували, що не можна переходити дорогу на червоне світло або в невстановленому місці. Тому що не кожен громадянин розуміє, що коли він виходить на проїжджу частину, він вже є учасником дорожнього руху. І тому не кожен дотримується цих правил. Ці хлопці та дівчата – просто мешканці міста, проте їм не байдуже. Підготували плакати та листівки, звертають увагу пішоходів та водіїв бути обачними. Та головна мета зараз – зібрати достатньо підписів для звернення до міської ради. Ми хочемо бачити програми, обучаючі дітей наших правилам дорожнього рухання. А чтобы они были внедрены и в школы, и в садики, чтобы это стало системой. Она у нас очень вялая, очень слабенькая, по инициативе, возможно, директоров школы, садиков. А это должно быть системной программой, своего рода уроки. Подобные программы уже существуют, их патрульні проводят у школах и дитячих садках. Проте директора сами мають для того проявить инициативу, запросить до себя вчителей у форме. Активисты ж кажуть про обов'язкові уроки всюди, как невід'ємний додаток до программы. Олена подписывает звернення. Я очень сильно надеюсь, что это поможет. Может каким-то образом решить эту проблему. Вот, потому что есть места, где ну, действительно крайне сложно перейти дорогу, и это действительно очень-очень важно. Ну, пробовать надо, во всяком случае. Учасники акції кажуть, вони не фахівці. Розробити програму, прописати та вираховувати належне фінансування та алгоритм роботи вони не можуть, але наполягають. Таке має бути у пріоритеті керманичів міста. І коли звернення лишиться без дій, спробують розробити програму самостійно і вже з нею знову штурмуватимуть провладні кабінети. Алевтина Варава, Андрій Райський, новини 9 каналу. І на продовження теми будемо спілкуватися із гостями нашої студії, організаторами акції «Життю зелене світло» Іриною Шефтель та Станіславом Колеушем. Мої вітання. Здравствуйте. Отже, розкажіть, будь ласка, як ви рішили взятися саме за цю справу? К сожалению, ми взялись за це діло не просто так, не з пустого місця. Воно нас коснулося близько, больно, да? Мы потеряли близкого нам человека, выпускницу хорошего, с надеждой на будущего человека. Лера ее звали, Безгинова. Девочке было 16 лет. Она приезжала к своей бабушке довольно часто в гости. Бабушка ее живет неподалеку от улицы Школьной. И там есть перекресток. Улица Школьная с Богданом Хмельницким. Там пешеходный переход. Пешеходный переход не имеет светофора, он не освещаемый, машины привыкли там гонять, как выяснилось позже. То есть девушка погибла на пешеходном переходе, это была большая трагедия для нас. После этого многие люди, когда теряют близкого человека, особенно в ДТП, они провожают его, горюют, и на этом как бы все дело закрывается. Продолжают жить с горем. Мы так больше не хотим. Мы хотим видеть изменения все-таки на наших дорогах. Мы каждый день, то есть на этом перекрестке вчера мы услышали, что опять сбили женщину. До этого там еще было несчастно, 3 случая, насколько мне известно. То есть мы решили провести акцию, флешмоб, для того, чтобы указать участникам дорожного движения, показать, ну, что соблюдать правила дорожного движения должны все, от водителей до пешеходов. Ну и тем самым мы хотим привлечь внимание наших властей к проблемам дорожного движения. То, что у нас отсутствует
ну, правильность перекрестков отсутствует. У нас нет где-то светофора, у нас нет где-то пешеходного перехода безопасного. У нас практически везде они неосвещаемые. Ну, тобто все зроблено для того, щоб гинули люди, ну, да, скажімо так. Да, у нас нічого не ділося для того, щоб сократити ДТП в місті. Нічого. Фінансування, наскільки я поняла, відсутствує для... Ну, проектов тоже нет. Мы ничего не слышим о том, что собираются сделать для того, чтобы это сократить. Поэтому мы организовали акцию, мы собрали подписи людей, мы выдвинули наши требования, написали звернення на Бориса Альбертовича Филатова, передали его. Я думаю, что обов'язково... будем дальше смотреть, как это все будет, услышат нас или нет, будут ли что-то предпринимать или нет. Мы на это очень надеемся, что что-то начнут делать в эту лучшую сторону. Ну, будем сподіватися. Станислава, запитання до вас. Кто серед вашей команды активистов, ну, скажем так? Ну, смотрите, у нас не то, что активисты, как вот нам задавали вопрос, мы не есть какая-то гражданская организация. То есть мы, я имею в виду, не гражданская, общественная, то есть мы с Ириной, вот так как коснулась, скажем, лично, да, в какой-то мере и меня, мы объединились, взяли просто знакомых, друзей, обыкновенным посредством мессенджеров, то есть это Viber, группа в Фейсбуке с аналогичным названием акции. То есть мы собрали людей, организовались, своими деньгами организовали плакаты, напечатали листовки, вышли на какое-то фиксированное время и провели акцию. Рассчитывали там на явку порядка 200-300 человек, там, да, там потом у нас там была регистрация, там было человек 70 зарегистрированных, но опять же жара, день, рабочее время, пришло чуть меньше людей. Но в целом это были наши друзья, знакомые, знакомые погибшей Леры, поэтому... Якщо я не помиляюся, середня статистика по Україні, приблизно кожної доби ми втрачаємо 12-15 життів у дорожньо-транспортних. Це по Україні. Да, так. Якщо говорити про наше місто і Україну взагалі, от що не вистачає для того, аби значно зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, в яких гинуть люди? Железна воля нашої влади. Для того, щоб щось міняти, для того вони повинні це захотіти. Банально. Пересмотр дорожной структуры полностью. Ну, посмотрите, у нас площадь Островского, да, привокзальная. Посмотрите, пешеходный переход Тополь-1, Запорожская трасса. Как люди переходят в такие места. Это очень... То есть у нас наша статистика по городу, каждые 5 дней у нас гибнет человек. В СМИ мы каждый день читаем, так как это сейчас близко нам, ну, мы стали обращать на это внимание. У нас каждый день ДТП. Это проблема. Ее нужно решать. Если говорить... Так, будь ласка. Давайте я добавлю. Смотрите, у нас проблематика, в принципе, не только, скажем, и в правилах, и там, в подходах властей. У нас проблема и в сознании граждан. Мы, проводя акцию, мы делали акцент не то, что виноваты водители. Мы говорили о том, что пешеходы обязаны тоже переходить в специально отведенных местах по установленным правилам. У нас, к сожалению, многие пешеходы не знают правил дорожного движения или сильно куда-то спешат и переходят те хотят, как хотят, и тем самым они провоцируют ситуации, подвергая водителей к ответственности, понимаете. Вот для этого, собственно, мы и зарегистрировали как результат акции обращение на Бориса Альбертовича, где есть конкретный перечень пунктов, что мы хотим, скажем, увидеть в нашем городе, какие конкретные изменения. Там вот есть, как Ира сказала, изменения инфраструктуры городской. Есть то, что я уже отметил, это изменение какого-то понимания, сознания детей, начиная с младших классов школы, заканчивая старших классах, введением, возможно, обучения и курса водительских прав, если городская власть поддержит и будет разработана соответствующая программа, и выделены деньги, допустим, на профильный департамент. Это все, я думаю, вполне реально. То есть мы как бы изложили, зарегистрировали, дальше как бы уже шаг за городскими властями. Если говорить про кількість підписів, які вже вдалося зібрати, і, можливо, вже є якась певна хоча б початкова реакція з боку влади місцевої. Есть. І якщо реакція вона є, то розкажіть, будь ласка, яка? Скажи.
Значит, подписи мы собрали во время акции, то есть акция у нас длилась, чистая акция длилась час. До этого мы давали интервью, работали на камеры, ну это заняло тоже это время. То есть за час мы собрали до 200 подписей. То есть если их нужно больше, мы можем собирать больше, это не проблема. Но главный месседж в другом, то есть подписи можно собирать хоть каждый день. Что еще вы хотели про уточнить? Результаты давайте. Про результаты, добавлю. Про реакцию. Результат. Значит, сейчас наши власти создали, так скажем, открытый доступ в Фейсбуке к проблематикам. То есть Днепр-Дор-сервис, есть группа, куда люди пишут, фотографируют какие-то сложные перекрестки, светофор не работает, зебра не нанесена, еще прочее. Но это как декорирующие элементы города, да, по дорогам. В принципе, они услышали. Сейчас начала работать эта система. То есть, если вы заметили, стали появляться знаки, стали появляться зебры, там еще, возможно, какие-то моменты. Вот. Ну, смотрите, главный еще посыл, то, что Стас сказал, я могу расширить это немножко. Хотелось бы. То есть структура структурами, дороги дорогами. А так как у нас неграмотные пешеходы, зачастую и родители, а родители воспитывают детей, да, у нас нет программ, прописанных в школах, у нас не обучают детей в школах правилам дорожного движения. То есть это находится на уровне, захотел директор школы или не захотел, он пригласил туда патрульную полицию, она там какие-то правила рассказала банальные, простые. А программы по обучению детей с 1 по 9 класс расписаны по классам. Издательств у нас нет. То есть зайдите в Google, Google тверд в поиске. Загальноукраїнська проблема. У нас Google выдает только сдачу экзаменов и правила дорожного движения. Все, у нас программа для школьников не писана. Мы бы хотели, чтобы этим вопросом тоже занялись на уровне, да, хотя бы города, чтобы это была система образования, чтобы это было серьезно, действительно, чтобы детей образовывали. Ну, дивіться, у нас хвилина залишилася, и наша студия, как такий майданчик для того, аби звернутися до тих, до кого хочете, достучатися, будь ласка. Хотелось бы достучаться к людям, ко всем горожанам, чтобы они не были безразличными, чтобы они обращали на это внимание не тогда, когда настигнет горе, да, и это их коснется, чтобы они не перебегали дороги в неположенных местах, вот, например, на проспекте Гагарина закрыли тропинку с выхода с ДИТа. Да, люди продолжают бегать по траве, нарушая все правила, там нет зебры, там нет перехода, они все равно продолжают ходить через траву, они переходят дорогу, останавливаются и ждут остановки, видимо, маршрутки, опять-таки ждут в неположенном месте, там нет остановки маршрутки. То есть люди нарушают банально сами правила, потом из-за этого страдают, они учат своих детей этому. И мы, ну, как результат, как следствие, то есть, к сожалению, сейчас, как бы это правильно сказать, ответственность сейчас лежит только на людях. Якщо наші глядачі хочуть стати членами вашої команди, де вас шукати? Давай я скажу. Смотрите, пусть заходят в Facebook, находят группу в поисковике «Життю зелене світло», становятся участниками и на любых предстоящих нами флешмогах, акциях, то есть когда мы будем повторно проводить, а я думаю, что мы таки проведем еще в любом случае, наверное, акцию подобную, то пусть все-таки их проявят свою ответственность, придут и поддержат, потому что для этого, собственно, это все и делается, чтобы они стали непосредственными участниками и ощутили, скажем, ближе оказались в этой всей ситуации. Как правильно переходить? Дякую, що знайшли змогу. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що організатори акції «Життю зелене світло» були у нас у гостях Ірина Шефтель та Станіслав Колеуш.